Спорт, туризм и волонтерство – три направления, которые получат самый большой толчок в развитии после чемпионата мира. Появятся новые туристические маршруты для гостей Самары, а любоваться городом станет удобнее и самим жителям, появятся необходимые указатели и таблички. Та инфраструктура, которая в период подготовки чемпионата будет создана, а именно большое количество и туристических указателей, и дорожно-тропиночная сеть в центре города, и благоустройство фасадов, оно позволит сформировать туристические маршруты по тем достопримечательностям, которые в большом количестве у нас находятся в историческом центре города. Каждый год на отдых в Самару приезжает около 800 тысяч туристов. Специалисты уверены, что эта цифра после Мундиаля увеличится до миллиона. Планируется, что стадион «Космос-арена» после чемпионата будет принимать не только спортивные, но и музыкальные и культурные события. Что еще даст Самаре Мундиаль и как это использовать, обсуждают на научной конференции в экономическом университете. Чемпионат мира продлится месяц. А как быть дальше? Что делать с этими объектами? Вклад университета будет заключаться в поиске возможных эффективных решений тех проблем с наследием чемпионата мира, которые надо эффективно использовать. Главные выводы участников конференции будут собраны в сборник и лягут в основу рекомендаций о том, как использовать наследие чемпионата мира. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».